Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы в Жемчужине. Это село Цибанабалка, город-курорт Анапа, тихое место у Черного моря. Расскажем о доме. Он в свободной продаже. Самое интересное, что это новый проект 95-й «Комфорт». Если вы следите за нашими роликами, об этом доме мы уже рассказывали. Он расположен на участке шириной 25 метров. Ролик классный, интересный. Ваш дом. Досмотрите до конца. Друзья, дом построен в четвертой очереди ЖК «Жемчужина». Территория еще не огорожена, но так как поселок построен в едином архитектурном стиле, наверняка здесь будет красивый серый забор. Что можно увидеть отсюда? Крыша шикарная, посмотрите, вытяжка, это металлочерепица, снегозадержатели для снега, которые иногда бывают. Есть навес над крыльцом, что предусмотрено модификацией крыши. На этом этапе в доме уже есть все коммуникации, водопровод, посмотрите, септик, он будет наверняка трехкамерный. Наверняка будет электричество 15 киловатт, на противоположной стороне в домах оно уже есть. Дома будут газифицированы, так как весь поселок с газом, друзья. Если снаружи посмотреть на дом, он выглядит, ну, как-то очень богато, что ли, потому что в ширину он нестандартный проект, намного шире всех наших остальных проектов. Что можно увидеть на крыльце? Когда мы снимали первый ролик, и еще только закладывались балясины, как сказал Дмитрий, установлены были вот эти юбочки уже в основании строительства. Для чего они нужны? Для того, чтобы скрыть все внутренние работы под плиткой, которая уже уложена на крыльце. Отделка дома – это штукатурка «Баумит». Архитектурный стиль поддерживается. Это серые, белые, темно-серые, светло-серые оттенки. Окна снаружи металлопластиковые, они белые здесь, в отличие от Крюкова, где они коричневых шоколадных оттенков. И посмотрите, идем по отмостке, она метровая, и с этой стороны, которая идет с видом на соседнюю часть дома, окон вообще не предусмотрено. Водостоки и водоотливы будут, посмотрите, есть отверстия вот в крыше. Друзья, с этой стороны очень ярко видно, насколько вот широкий дом, потому что, еще раз повторюсь, ширина участка нестандартная, 25 метров. В доме есть красивая терраса, пол выложен керамогранитом, вид в данный момент на уже спелое поле подсолнечника, очень классно. И выход на террасу наверняка есть из кухни-гостиной с панорамными окнами, об этом мы вам расскажем изнутри. Что видно снаружи? Будет световой прибор. Наверняка находиться на террасе будет комфортно. Будет розетка с защитой от влаги. И все, что необходимо, на террасе есть. Навес установите, если захотите. Друзья, зашли в дом со стороны кухни-гостиной. Но очень просторная кухня-гостиная. Мало того, что есть панорамное окно, есть еще два окна. И на боковую сторону, и на фасадную часть. Посмотрите, не видно здесь ни котла, ни каких-то грандиозных выходов, потому что в дом с бойлерной. Она... Выход в бойлерную из кухни-гостиной, посмотрите, она расположена здесь справа, потому что раковина расположена, будет располагаться около окна. Это классный выбор, по-моему, хозяйки, женщины одобрят это. Вытяжка, все выходы под электроприборы здесь, а бойлерная уже находится за стеной кухни-гостиной. Друзья, небольшая, но уже зашли все выходы под котел, который будет работать на газовом топливе. Здесь же будет система управления теплым полом. Смотрите, наверняка и раковину хозяйка может установить и здесь, если ей необходимо будет выполнять какие-то подсобные работы. Для чего можно еще освоить бойлерную? Как подсобка и как хранение ваших, допустим, засолок с сада. Бойлерная светлая, есть большое окно. Из кухни-гостиной двигаемся к прихожей, друзья. Она будет светлая, несмотря на то, что здесь нет окон, но дверь с матовыми вставками и с одной прозрачной вставкой. Отсюда же из коридора можно попасть на второй этаж. Это подсобное помещение вашего дома, дом 95 квадратов. И представьте, что здесь же на чердаке есть помещение 25 квадратов. На первом этаже три спальни, но одну можно даже назвать рабочим кабинетом, что ли, она очень маленькая, но уютная. Санузел небольшой, друзья, с матовой вставкой, с видом на фасад. Ой, вставка даже какой-то нестандартного орнамента, очень красивый. Все подготовлено для кладки плитки. Здесь уже 4 точечных светильника и принудительная вентиляция. Все выходы заложены и предусмотрены нашими работниками. Давайте посмотрим две более просторных спальни. Что на этом этапе? Уже отштукатурены стены, идеально отштукатурены. Еще нет натяжного потолка, друзья, но потолок подбит гипсокартоном. И есть все выходы для розеток, выключателей и, конечно, выход под радиатор.
радиатор. Из этих двух спален вид на ваш приусадебный участок и соседнее подсолнечное поле. Друзья, наверняка расположится кровать. Вот я уже вижу здесь две розетки. И на противоположной стене будет обязательно ваш огромный телевизор. Комната будет очень уютной после обустройства. Все впереди. Комната-близнец, она также с большим светлым окном, с тем же видом, чуть-чуть правее, это также ваш приусадебный участок, поле с подсолнечниками. Друзья, также отделаны стены, потолки во всем доме будут 3 метра. Выход на радиаторы, наверняка здесь будет ламинат, но обязательно наши сотрудники предусмотрят его с защитой от истирания 32 класса. Самая маленькая комната, ну, предполагаю, что это может быть рабочий кабинет, она очень светлая в это время суток и уже с видом на фасадную часть вашего дома, на центр, с видом на улицу. Посмотрите, она неровной формы, возможно, для установки, ну, какой-то мебели, и мне кажется, что это всегда очень интересное решение. Выходы под электрические приборы, под розетку. Друзья, даже в кабинете должно быть прохладно во время работы. По-моему, это даже вдвойне должно быть прохладно. Кондиционер здесь будет. Друзья, но на мой взгляд, очень интересный, нестандартный проект от «Стройгарант Анапа». Напоминаю, это 95-й комфорт. Проект, который уже оценили наши клиенты, уже живут, радуются. И, в общем-то, все удобства, все фишки интересные данного проекта уже оценили. Я думаю, что вам тоже должно понравиться. Уже сегодня этот дом может стать вашим. Вы можете подождать, пока строительство закончится, и купить его под ключ. Можете купить по цене сегодняшнего дня, если позвоните по нашему номеру телефона. Это «Стройгарант Анапа» и всегда хорошие новости. Звоните. Пока-пока.